Друзья мои, я вас всех категорически приветствую и добро пожаловать в Roblox Копатель, он же Майнинг Симулятор. Многие подписчики меня просили в него вернуться, потому что здесь много всяких плюшек нам вводили разработчики. Давайте все это, конечно, глянем. Во-первых, конечно, ввели вот такую штуку, типа автомат, который выдает нам рандомом какие-то плюшки. Я, если честно, ни разу его не брал, давайте попробуем возьмем. Хлобысь. О, нифига себе, 50 реберф токенов отдали нам, обалдеть, ну это, кстати, дофига, особенно для начала, 50 реберф токенов, это очень много, ха, прикольно, так, и возвращайся, каждые 8 часов его можно брать, это, короче, типа, мол, бонус за то, чтобы почаще люди сюда заходили, хм. Прикольно, прикольно. Давайте, смотрите, что еще тут ввели, говорят. Ввели здесь, у петов появились уровни. Обалдеть. Вот тут мой gold пози. Кто смотрит пози, ставь лайкос быстро. Смотрите, появились уровни. То есть можно, так, блок майнинг. Короче, это, я так понял, просто нужно накопать блоки. А лапис, что такое лапис? Это, видимо, какой-то минерал. То есть нужно его найти и тоже их 20 штук накопать. Так, можно поставить, продать все. Угу. И видите, будет evolve, то есть эволюционировать. Видимо, когда мы вот это все наберем, и потом можно будет нажать кнопку evolve, и у нас что-то изменится. Я так подразумеваю, что вырастут маленько статы. Я еще это, если честно, ничего пока не тестил. Еще пока не видел. Так, еще знаете, что я хотел? Я хотел глянуть, что у нас там появилось в магазине нового. Так, а что у нас по инвентарю-то? Все вроде так старое. Та-та-та-та-та. Говорят, еще новый скин появился на оружие. Ну, и либо на бэкпак. Так, здесь вроде все старое у нас. И да. Еще ввели новую шапку, но у меня ее пока нету. И еще там что-то, какая-то приколюшка, говорят, ввела. Мне столько друзья написали ВКонтакте много. Я уже забыл эту всю информацию. Кстати, друзья, обязательно вступайте в группу. Там сейчас проходит у меня конкурс на репосты. Разыгрываются робоксы. Я стараюсь каждый месяц проводить такой конкурс. Так, что у нас здесь новенького? Вроде все старенькое, да? Да. Я хотел посмотреть, что у нас здесь появилось за этим. За реберт шопы. Так, шапка понятна. Это понятно. Яичко. Коробки. О, это что такое? 50! Что? 50 тысяч реберт токенов? Обалдеть! Это какие-то очки. Та-та-та. Майнинг спид. 2.95, считай, трешка. Значение к продаже 2.5. Майнинг пор. Сколько? 1300. 37, Карл, ладно, я промолчу, ну, что-то, друзья, я просто в шоке, 1300, у нас хоть что-то дает столько много к майнинг пауэру 1600, обалдеть, не, я просто в шоке, конечно, так, ладно. Самое главное, мне еще накидали куча кодов, админ-коды, которые дают нам всякие плюшки. Я их еще, если честно, не вводил. Давайте вместе с вами их сейчас все введем. Мне ВКонтакте люди накидали, мои подписоны. Конечно, вам спасибо за это. Первый код — это у нас CS. Так, что он нам дает? Вводим. Так, мы получили... легендарное яйцо. Прикольно. Будем его вылуплять, как говорится, да? Второй код у нас Fluffy. Что дает? Та-та-та-та-та, легендарный скин. Шапку, да, наверное? Ну, какого? Коробку на легендарный скин, походу. Окей, прикольно. Так, следующий, это у нас Дереми. Что? Вот это уже на шапку. Короче, сундук с шапкой. С легендарной, прикольно. Следующий код, который мне скинули, это Сирцефеннер какой-то. Не знаю, как-то криво я прочитал. Ого! Огошечки, 50 токенов, реберс токенов, 70 штук, обалдеть. Это мне 50 дали за то, что я заходил, ну, за ежедневный заход в игру, а 70 дали, весьма неплохо, вообще не весьма неплохо. Так, следующий код, это у нас 21 июля, это, видимо, тогда, когда именно вышло обновление, окей. Вау, 150 реберс токенов, обалдеть. Нифига себе, дали 70 и 50, и там еще 50, это получается 250 я уже заработал. Всегда бы так, а? Каждый день бы так давали такие коды, было бы вообще офигенски. И еще 50 токенов, уже 400. Круто, просто супер.
Так, это был у нас код еще один. Еще Хэми, Джейми, Дозен, Сак. Еще 50 токенов, обалдеть. Это что, все что ли будут на это, на токены коды? Обалдешечки, какешечки, просто супер. Так, Бекон, Хэйр. Ага, легендарное яйцо, понятно. Следующий код Скорч. Ага, шапка легендарная, прикольно. И еще один, то, что мне накидали, это Сэнди. Ага, еще одна легендарная коробка. Прикольно. Друзья, блин, спасибо всем, кто мне писал эти коды. Я их все, конечно, скину в ссылку в описании, чтобы вы смогли быстро их ставить. Просто из-под видео копируете и сюда вставляете. Так вам будет удобнее. Ну что, друзья, вводите, конечно же, вот эти коды. Надеюсь, они тоже вам помогут. Но реберс токены, конечно, это просто суперски. Так, ну и мне очень интересно, конечно же, прокачать, попробовать своего голд пози. Мне нужно прокопать блоки, но блоки там и быстро прокопаем. Но вот что такое лапис, я не знаю. Давайте попробуем. Попробуем его найти. Попробуем начать именно с первого. Эй, куда полетел? Так. Ну это мы сейчас, наверное, быстро тут все. 10 тысяч там блоков, или сколько там, 20 уже надо было, я уже не помню. Это мы сейчас быстренько наберем. Что у нас там? Ой, 10 тысяч блоков, нет, не быстренько. Ну, это надо просто в более глубокое место залезть, либо в более дорогой мир. Последнюю Атлантиду, например. Блин, прикольно то, что разработчики все-таки вводятся новые какие-то плюшки в игру. Я уже, как бы, мне маленько поднадоело в него играть. Но с такими вот плюшками теперь интереснее стало. Надо будет прокачиваться. И самое главное, они заставляют нас заходить сюда почаще для того, чтобы получать этот ежедневный бонус, да? Я теперь буду стараться заходить хотя бы раз в день. Понятно, сломали нам эту пещеру. Сколько я там набрал-то, а? Сколько мы набрали? 5000. Ну ладно, это не так много. На самом деле, мне сейчас самое главное найти этот лапис. Давайте я маленько побегаю, и потом мы с вами вернемся к этому делу. В общем, друзья, вот так вот выглядит этот лапис. Я его нашел. Ушло у меня примерно на его фарм, я не знаю, минут 30-40. Он встречается довольно-таки редко, но, видимо, потому и приходится прокачивать так тяжело петов, чтобы не было совсем халява. Ну ладно, давайте сейчас быстренько я их наберу, и мы с вами глянем ап нашего питомца. Фу, все, друзья, последний. Последний лапис я выкопал. Ну и что, давайте попробуем, конечно, апнем нашего пози. Заходим в инвентарь, пэтс, все, я набрал 10 блоков, тысяч, ну это понятно, это не так сложно, а вот лапис было сложно накопать. Ну, минут 30, наверное, у меня ушло, так, в общем сложности. Ну что, давайте пробуем эволв. Опа, натики, так, второго уровня он стал, стало 22. Теперь платины, надо найти 22. Блоков на майне 25 тысяч, ну это фигня, конечно. Так, у нас было Орвалуя 2.10, стало 2.24. О, ничего себе, нормально апнулось. Так, 2.20 было, стало 2.37. И тоже было 2.20, майнинг-пор стало 2.37. Обалдеть, кстати, намного так повысилось. Получается, здесь на 14, а здесь на 17. Обалдеть, в принципе, неплохо. Ну что, друзья, я, наверное, конечно же, постараюсь прокачать нашего голд пози до 10 уровня. Посмотрим, какие у него будут характеристики и как он будет копать. Ну что, друзья, а на этом, конечно, я видео буду заканчивать. Напишите в комментариях, как вам новая эта обнова, стоит ли или не стоит играть дальше. Стоит ли попробовать накопить, ну, на те очки за 50 тысяч, это вообще нереально, наверное, без доната. Как вы знаете, я играю без доната, я сам купил вот этот трезубец, и я купил за ребер токены, так как вот тут плохо видать, ведро на миллион. Потому что я не люблю донатить в играх, я все свои робоксы разыгрываю в конкурсе ВК. У меня клуб строителя, он мне приносит каждый день по 60, по-моему, робоксов, если не изменяет мне память. Я стараюсь покупать новые режимы на эти робоксы и также разыгрываю их в конкурсе. Ну что, друзья, а на этом мы серию будем завершать. Всем спасибо за просмотр. О, еще один лапис. Я так долго его искал, блин, а теперь он начал часто попадаться. Короче, всем спасибо за просмотр. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока, друзья.